Сейчас все разрезали. Это мужик. Алло, здравствуйте, как мне дежурную службу позвонить? Дежурную службу, ГАИ. Так, отлично. В общем, смотрите, со стороны реки в сторону ГАИ по трассе едет белое Пежо, нетонированное, номер УНО. Такое ощущение, как будто женщина бухает за рулем хламина, потому что на каждый подъем она едет по встречке и петляет только в путь. Далеко от ГАИ мы уже? Да нет, мы уже, наверное, подъезжаем. Да нет, сейчас к ГАИ будем подъезжать. Пускай, если что, там встречает, пока белое пацаны Пежо, едут. Да, прям 301-я, что ли, на 37-я. 301-я или 307-я Пежо. Да, УЕС. Угу. Че он? Все, хорошо, спасибо. Сейчас да. Она опять, наверное, в горку, опять по встречке поедет. Сейчас объясним ситуацию этому человеку. Баба, ну.